Pump – для щоденної підтримки імунітету. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 31 березня, це п'ятниця. І останній день робочого тижня, коли ми з Романом Світаном робимо зведення фронту. І розпочнемо. Спочатку хочу вас попросити, не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки і коментувати. Почнемо сьогодні, звісно ж, з обстрілів. Пане Роман, вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Окупанти знову обстріляли територію України. Шахеди летіли, летіло 10 одиниць, 9 ми збили. Хороший результат, але також вже традиційно обстріляли Краматорськ, Харків, інші міста України. Чим обстрілювали? Обстрілювали ракетами С-300. Пане Роман, ці ракети ж не призначені для того, аби бити по наземних цілях. Чому окупанти використовують ці ЗРК і чому і як вони їх переробляють, аби міняти з земля-повітря на земля-земля? С-300 в своє время Советский Союз випустив тисячі штук. От до 7 тисяч штук цих ракет ще є. От 5 до 7 тисяч штук ракет є на охраненні в Російській Федерації. Остались після Советского Союза. Їх уже нельзя продлить срок експлуатації для роботи, допустим, по воздушним целям, так як надо на 100% бути уверенным, що ракета выполнит определенную задачу. А вот они уже просто старые, и их восстановить толком уже нельзя. Но использовать по наземным целям, даже если из трех ракет одна долетит, а две упадут, их, естественно, можно. Что россияне и делают. То есть они, эти все старые ракеты, вместо того, чтобы их утилизировать, они их были поставили на утилизацию в свое время, начали утилизировать. Вот сейчас такое применение интересное им нашли. Их отстреливают по баллистической траектории. То есть она вертикально поднимается вверх, а дальше идет по баллисте под управлением, под управлением самой системы. И направляется обратный ход баллистической траектории, направляется в точку удара. Точно они в эту точку попасть не могут, так как локатор не видит цели. Он примерно направляет ракету. А дальше она уже идет, даже после того, как пропадает связь с центральной станцией, она просто падает по баллистической траектории. Почему такие ракеты, они не точные? То есть их используют чисто для кошмарения населения, мирного населения. Ну, еще пробуют как-то работать по линии фронта, но она не очень эффективная, так как она все-таки предназначена для уничтожения самолетов, летательных аппаратов, по крайней мере. То есть у нее идет взрыв, дальше облако таких ромбиков, и она накрывает, должна накрывать самолет. Но вот то же самое происходит на Земле. То есть по мирному населению это очень опасная ракета. Она именно вот эти поражающие элементы. Он в таком режиме, россияне используют эти ракеты. То есть, ну, их это очень опасные в этом смысле ракеты, их очень много, перехватить тысячи штук, перехватить их невозможно, так как от схода до удара, там, иногда десятки секунд, там, минуты, она идет на дальность где-то 150 километров, от 100 до 150 километров, в зависимости от задачи. И ну, у нас нет таких зенитно-ракетных комплексов, чтобы могли их перехватить. Как-то, может быть, смог бы работать там израильский ХЕЦ или, допустим, тоже та же СМПТ, если бы стояла рядом с линией фронта. Но это практически нереально, так как подтянуть к линии фронта такие системы, это практически отдать их на убой. Их сразу повыносят российские истребители ракетами Х-31П. Потому вот проблема эту можно решить, только уничтожив сами ракеты в точках пуска. Для этого надо определенное количество беспилотников, чтобы рой беспилотников, для того, чтобы видеть эти точки и уничтожить ракеты в пусковых установках. Ракет много, пусковых установок мало у россиян. Потому если начать охоту нашими, допустим, вот этими ротами боевых дронов, которые мы сейчас знаем, что у нас есть уже три роты, ну а если их будет больше, то, в принципе, можно
с дальностью дрона, с дальностью 150 километров, просто охотятся за пусковыми установками С-300, в конце концов их просто повышибать. И потом у них останется максимум вот эти ракеты С-300 с рогатки запускать, так как они уже новые пусковые уже сделать просто не могут. От ви сказали, що нам потрібно або безпілотники, або авіація. І от вчора буквально головнокомандувач Валерій Залужний в одній із своїх соцмереж записав короткі звернення: Україні потрібні винищувачі F-16. Пане Роман, це є вже такі от такі слова відчаю, чи це таке акцентоване прохання, що сам головнокомандувач вже пише про авіацію в себе на сторінці? Последние несколько недель идет очень много предложений от разных информационных агентств, подтверждения, передача нам то тайфунов, то миражей 2000, то торнадо и гриппены мы слышали. То есть целый ряд предложений, которые, может быть, как-то даже мешают принятию решения нашими партнерами. Угу. Потому же генерал Залужный, он однозначно знает, что надо, он прекрасно понимает специфику определенных заказов, потому он уже обозначил конкретную марку самолета, модификацию, я бы даже дописывал, не просто F-16, потому что там F-16 и F-16 рознь, есть очень много разных модификаций, так вот нам подойдут F-16 с блок 50 и дальше, то есть блок 50 вот надо было дописать, F-16, блок 50. Именно эти самолеты выполнят большинство задач, которые нужны нам на линии фронта. Это и перехватчик, он несет ракеты воздух-воздух, это истребитель, он выполняет фигуры пилотажа, естественно, может вступить в воздушный бой даже с применением пушки. Это и бомбардировщик, он несет достаточное количество, практически всю бомбовую нагрузку, которая есть у стран НАТО, и, естественно, штурмовик, ракеты воздух-земля, также практически все ракеты воздух-земля он может нести. То есть такой четыре в одном, такой всепогодный истребитель широкого применения, можно так сказать. То есть вот именно он нам и нужен. Все остальное хорошо, если подарят, это тоже, в принципе, неплохо. Любую машину, которую подарят, мы, конечно, будем ее использовать. Но для того, чтобы, если смотреть вперед, то нам надо переоборудовать и перевести на новый тип около 200 экипажей. То есть надо около 200 самолетов, а лучше, чтобы он был один, одной марки. 200 самолетов есть в этом мире для того, чтобы нам взять только F-16. Их выпущено больше 4000 штук, они экспортные. Есть экспортные варианты, они продаются. То есть, в принципе, как раз полностью заменить весь парк наших машин, оптимальный вариант – это F-16. Потому уже, если уже генерал Залужный обозначил эту марку, значит, и мы все будем везде, где только можно, именно эту марку подсвечивать и просить у наших партнеров именно ее решить вопрос по передаче именно этой марки. Пане Роман, далі продовжуємо говорити про авіацію і повітря. Байрактар компанія в себе представила, випробувала новий бойовий винищувач, безпілотний Байрактар Кізілма, якщо я не помиляюсь, правильно вимовляю. Що цікаво, що він є з українським двигуном. Пане Роман, що відомо про цей безпілотник, наскільки він є потужним і чи справді це є нове покоління? Кизилельма, правильно он называется. Если переходить на аббревиатуру МИУС, то есть общий проект называется МИУС. Именно это Кизилельма. Этот беспилотник, это, наверное, можно сказать, просто сам летчик, не побоюсь сказать, это будущее авиации. Вот это будущее авиации, то есть беспилотник с реактивным двигателем, с массой около 6, то есть с весом около 6 тонн, с боевой нагрузкой около тонны, а тонна это, допустим, 6 ракет по 150 килограмм и М-120. То есть это машина, которая может выполнять так называемые агрессивные маневры, то есть она может сама уходить от ракет, нападать, выполнять практически все, что выполняет
самолет с летчиком, но летчик находится на земле. То есть оператор, который управляет этим самолетом, этим беспилотником, он не подвержен перегрузкам, нагрузкам, то есть сама по себе машина может выполнять перегрузки больше, чем мог бы выдержать летчик. Вот летчик выдерживает 9 единиц перегрузку, дальше просто закрываются глаза, кровь уходит из головы, даже противоперегрузочный костюм, который кровь выдавливает из ног и из брюшной полости ближе к сердцу, не справляется с перегрузкой больше 10, все равно теряешь сознание. А самолет без летчика может выполнять перегрузку, то есть может выполнять определенные маневры с большими перегрузками. У ракеты перегрузки около, рабочей около 60 единиц. Почему? Выпущенная ракета с активной головкой самонаведения – это практически 100% попадания. Летчик от ракеты практически не может уйти. Вернее, самолет с летчиком уйти практически не может. А этот самолет сможет. То есть и он скомпонован очень хорошо. Сам по себе компоновка взят наш двигатель АИ-25ТЛ. Я сам этот двигатель эксплуатировал больше 10 лет, около 15 лет летал на этом двигателе. Он стоял и сейчас стоит на самолетах Л-39. Это такие учебно-боевые самолеты, истребители, которые, на которых большинство летчиков наших в том числе учится и училось. Очень надежный двигатель. У нас в полку, вот Конотопский полк, я там больше полутора десятка лет служил в свое время, пока на вертолеты не перевели на Ми-24. Так вот, за все время моей службы один только раз двигатель в воздухе стал, и то там вопрос был с топливной системой, не самым двигателем. Валик Люлев, майор Люлев, он как посадил самолет с отключенным двигателем на кукурузное поле. Потом кукурузы объелись той кукурузы, которую он накосил. Ну, вопрос в том, что хорошая машина и будущее в чем? Дело в том, что в конце концов этот беспилотник может выполнять задачи, допустим, такого себе летающего НАСАМСа. То есть вот НАСАМСах ракеты АМ-120 с дальностью, которые могут быть на этом беспилотнике до 160 километров. То есть в НАСАМСе сейчас АМ-120 с дальностью 50 километров, это блока. А он может нести блок Д, а это дальность 160 километров. То есть вот такой себе летающий НАСАМС с дальностью обнаружения под 200 километров и пуском ракет под 160 километров. Плюс у него из самого радиус боевой около 1000 километров. То есть этот беспилотник может на 1160 километров, если будет стоять задача, забросить ракеты такого уровня. Отгонит все самолеты россиян за 1000 километров от границы. То есть это как раз то будущее, куда уже дальше надо смотреть. Даже можно в конце концов перескакивать те же F-35, а сразу же как раз вот эти беспилотники на них смотреть и их сейчас с турками производить в максимально больших количествах. Тем более летать на нем могут летчики вот на такого рода самолетах. Летчики, которые по разным причинам летать не могут на боевых самолетах. Я со своими, допустим, увечьями после плена и то смог бы летать на этом самолете, прекрасно понимая, как работает двигатель. Я на нем около 2000 часов налетал. То есть очень большой штат летного состава, если будет большой штат таких беспилотников, они намного дешевле самолетов. То есть сам по себе беспилотник, особенно если поставленный на поток в производство, это такой одна из, наверное, ближайших целей наших перевооружений, уже наших воздушных сил, вооруженных сил Украины. А пане Роман, як ви вважаєте, найближчим часом нам реально отримати подібні літальні апарати безпілотні? Ми поставляємо туди двигателі. Тобто це, в принципі, наш з турками безпілотник. Наш двигатель турецька, звісно, обшивка. Тобто це, можна сказати, наш безпілотник. Вопрос поставить завод по його производству. Тобто от це тот завод, который должен, вот мы сейчас проводим определенные переговоры о постановке завода. Вот эти надо производить машины. Тем более следующий шаг
эти машины в конце концов могут управляться и искусственным интеллектом. То есть после того, как будут разработаны определенные программы, это, допустим, даже через десяток лет, то эта машина, которая будет сама вычислять цели, сама принимать решения на их уничтожение, сама возвращаться без участия летчика. Летчик ее максимум может только поднять и посадить, и все. То есть это следующий уже шаг. Вот надо как раз вот на такое дальнее сразу смотреть. Ну, я думаю, этот вопрос будет решен. То есть он слишком явен. Пане Роман, вчора стало відомо, що Пентагон повідомив, що перші 65 офіцерів військових наших повернулися в Європу з навчання на ЗРК «Петріот». І от, очевидно, швидко ці «Петріоти» будуть в Україні. Скажіть, будь ласка, чим якісно вони можуть змінити нашу оборону і що вони можуть збивати з того, що раніше нам не вдавалось ліквідовувати в повітрі? Количество «Петріотов» очень сильно зависит от, вернее, от количества «Петріотов» очень сильно зависит их КПД. Нам для того, чтобы закрыть, более-менее закрыть воздушное пространство по линии фронта, по периметру, по границе, нам надо около трех комплексов. В комплексе где-то около 8-9, в основном 8 батарей. И вот где-то 24 батареи нам надо для того, чтобы полностью перекрыть воздушное пространство. Сама по себе батарея, вот нам сейчас передают всего лишь 2 батареи, а их надо реально 24, если в батареях считать, да, то есть 24 батареи, она только, нам только 2 передают. То есть еще как минимум в 10 раз надо увеличить поставку этих комплексов для того, чтобы перекрыть полностью небо. Но тогда мы решим вопрос фактически на 100%, мы закроемся и от летательных аппаратов, и от баллистических ракет. Сам по себе комплекс – это хороший радар, который видит под 200 километров, то есть определяет все воздушные цели практически во всем диапазоне и по всем высотам. Это к нему, к этому, к «Патриот» идет еще определенная система, тот же «Авакс». Он добавляет определенные дальности до 600 километров. Это если подключена система ВАКС, так называемые летающие радары. Плюс спутники, все военные спутники, которые могут фиксировать старты баллистических ракет на любую дальность, 1000, 2000, 10 тысяч километров. Спутник фиксирует старт баллистической ракеты, определяет ее начальную траекторию, дальше идет обчисление у полной траектории баллистической ракеты. И понятно, какая точка попадания, точка удара. После этого идет команда на ту батарею, которая находится рядом с этой точкой удара. Вычисляется траектория противоракеты, и противоракета идет в точку встречи, так называемую. То есть ракета не идет за баллистической ракетой, а ракета идет сразу в вычисленную точку встречи, и там уже идет подрыв. Все равно, с какой скоростью будет идти, допустим, баллистическая ракета, она будет попадать в облако поражающих элементов и уничтожаться. То есть это если по баллисте, ну а по простым аэроцелям ракета, просто у нее скорость под 4 маха, она догонит практически любую баллистическую цель, включая, кстати, ту же Х-22. То есть некоторые, особенно в ПАК-3, некоторые ракеты идут со скоростью больше, чем ракета Х-22. Потому мы где-то на дальности 200 километров от радара будем видеть все, что можно сбить. А ракеты будут работать где-то с дальности, в зависимости от модификации, от 100 до 150 километров. То есть, в принципе, закроем, ну там, по крайней мере, где будет стоять батарея, она закроет радиус в 100 километров точно, это радиус. А еще раз повторюсь, для того, чтобы закрыть полностью нашу страну, надо где-то около 24 таких батарей. То есть три комплекса, полных комплекса «Патріота». Пане Романе, якщо говорити про те, що кажуть в Головному управлінні розвідки, там повідомляють наступне, що найближчим часом Росія не зможе знову застосовувати масовані ракетні удари по Україні, тому що в них є брак, власне, цих ракет. Як ви вважаєте, наскільки швидко Росія зможе і чи зможе відновити свій баланс
цих ракет, виробити їх, можливо, аби поновити ці удари? Ну, чуть я не понимаю, о чем говорит ГУР. Если посчитать, война математика, можно, в принципе, все посчитать. Где-то россияне производят ракет калибры Х-101 около полусотни в месяц. То есть 50 ракет в месяц они производят. Для того, чтобы как-то присытить нашу систему обороны, им надо под сотню ракет, так сказать, собрать, или добрать к этой полусотне, добрать для того, чтобы выполнить одну массированную атаку. Вот полсотни ракет они произведут, грубо, 9 числа была последняя атака массированная. Mm-hmm. Вот, допустим, грубо к 9 числу апреля у них уже будет полсотни ракет. Добавить к этой полсотни, допустим, десяток кинжалов, десяток Х-22-х, десяток Х-59-х, там Х-31-х, тех же. То есть они могут собрать вот где-то к концу декады, ну вот в первой декаде апреля, они уже могут собрать примерно такое же количество ракет, которое было 9 марта. Потому я не разделяю оптимизм в этом смысле гуровский. Я думаю, россияне, если не отказались полностью, не отказались от массированных атак, они будут их производить, ну вот где-то, еще раз повторюсь, где-то вот в первой декаде, может быть, во второй декаде, ну, скорее всего, в первой декаде апреля они смогут ударить еще раз. Есть вариант тот, что они могут отказаться от массированных атак, так как они реально не приводят к большим потерям, могут работать, допустим, точечно, как они работали до этого, там по 8, по 10 ракет, пытаясь уничтожить какой-то один объект. Это тоже возможно. Но здесь уже креативность российского командования включается. Или подключается, допустим, политический запрос или политическое указание. Оно, особенно политическое, оно не подлежит военному планированию или обзору. Пане Романе, на завершення запитання по карті бойових дій по Бахмуту, звісно. От є полковник Євген Межевікін, і він є командир зведеної тактичної групи «Адам», яка, очевидно, працює в цьому напрямку. Він прогнозує, що бої під Бахмутом можуть стати переломними в цій війні. Скажіть, будь ласка, а чому вони можуть стати переломними, завдяки чому? Що ми виснажуємо війська противника, чи в якому розумінні? Под Бахмутом россияне теряют каждый день около батальона, под 500 человек, убитыми и ранеными. Под, это не обязательно там 500, плюс-минус 100, но с таким режимом ни одна армия не сможет выполнять наступательные действия, то есть придет когда-то время, когда они просто не смогут это уже делать, потому будут откатываться. Они уже где-то несколько месяцев в таком режиме работают в районе Бахмута. Уже, понятно, уже обточили половину ОПГ Пригожина, которая почему-то называет себя ЧВК «Вагнер». Это ОПГ. Обточили ее, мы ее обточили. Сейчас туда подтянуты линейные части российские, но профессионала уже не осталось. Это доукомплектованные, мобилизованные определенные воинские формирования. Потому вот в таком режиме через определенное время они просто выдохнутся, не смогут дальше двигаться. А вот, допустим, если будет стоять задача подрезать российское наступление, которое они сейчас проводят в сторону Славянска, а вот как раз Бахмута здесь, вот если чуть выше посмотреть, это уже практически тыл этой группировки, которая пытается выйти на Славянск. И при применении определенного количества вооружений мы можем из Бахмута, допустим, выйти на ту же Белогоровку, мы пару раз это говорили, да. А это полностью обрушит весь Донецкий фронт. Им придется уходить буквально до Северского Донца. То есть вот такого рода движение, даже только начало этого движения, уже, по крайней мере, переведет в режим оперативного окружения, полного окружения несколько десятков тысяч ОПГ Пригожина, оно вообще можно будет на нем крест поставить. А это, еще раз повторюсь, полностью обрушит фронт до
попасть на и туда дальше в сторону Луганска. Это правый берег Северского Донца, и они там, им там зацепиться не за что. Особенно это не левый берег, это они могли Северским Донцом прикрываться. А если наше наступление пойдет по правому берегу, то им уходить до границы. Кстати, об этом Пригожин как раз и предупреждал. Именно об этом варианте он и говорил несколько недель назад, предупреждал о том, что если они посыпятся, то бежать придется до границы. Так оно и есть. По правому берегу мы дойдем до Луганска и чуть ли не до Дона. У них там практически нигде нет ни одного укрепрайона. Пане Роман, дуже дякую вам за це зведення. Сьогодні на календарі, нагадаю, 31 березня, п'ятниця. Ми завершуємо цей тиждень. Вже будемо чекати вас з понеділка. Нагадаю, з нами був Роман Світан, льотчик-інструктор, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.